мы. Большой круг. То есть мы сделали, опять, помните, тройку. Первый круг это когда ноги почти вместе на расстоянии вашей одной стопы. Да? Маленький кружочек, и опять же вы чувствуете, что низ вокруг центра корпуса, бедра вокруг центра, на задницу. Плечи не двигаются, плечи на месте, чуть ближе ножки и параллельно поставим. Да? Ну, параллельно это мое, вы там уже смотрите. Дальше вы не будете ставить, когда уйдете с мастер-класса. Шаг. Чуть шире, чем плечи. Чуть шире, вверх, да? Чтобы вверх не ездит. Коленки зажаты. Мало движения коленями. Свободнее. Болтать. Да, болтать коленками. Трынк.